Здравствуйте, как обычно, по четвергам после вечернего выпуска новостей на телеканале «Видное ТВ» прямой эфир. И сегодня у нас в гостях Анаит Галстян, заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации номер 14 по Московской области. Анаит Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего эфира – имущественные налоги. И для начала, чтобы напомнить нашим телезрителям, что это такое, расскажите все, что с этим связано. Что же такое имущественные налоги? Имущественные налоги включают в себя три налога. Это налог на имущество физических лиц, это транспортный налог и земельный налог. А какие существуют объекты налогообложения? То есть, допустим, если это транспортный налог, то это, ну, я так понимаю, что это автомобили, естественно. Вот. А что касается остальных? Вот налог на имущество, например. Да. Если это транспортный налог, это автомобили, это строительная техника, это самоходные машины. Если это касается налога на имущество, то это, соответственно, объекты недвижимого имущества, такие как квартиры, комнаты, гаражи, дома, бани, сараи, пристройки. Все те объекты, которые налогоплательщик оформил право собственности через органы Росреестра. Если мы берем земельный налог, то, конечно, это земельные участки. Все-таки, наверное, проще тем налогоплательщикам, которые владеют квартирами условно, нежели живут в частном секторе, потому что у них на участке могут быть как и какие-то хозяйственные строения, да. Там сараи и прочее. И на каждый, наверное, нужно... Вот объект. Знаю, да, на каждый объект, потому что вот еще весной, ранней весной администрация, я знаю, совместно с налоговыми органами тоже ходила как раз по частным секторам и рассказывала о том, что напоминала, что надо заплатить налоги. Да, напоминала о том, что надо заплатить налоги, напоминала о том, что надо зарегистрировать объекты, потому что была проведена инвентаризация и было выявлено, что хотя налогоплательщик владеет земельным участком и у него стоит на земельном участке дом, но право на этот дом у него не зарегистрировано. Поэтому администрация совместно с налоговой инспекцией проводили такую акцию, побуждали налогоплательщиков регистрировать право собственности и для того, чтобы в рамках 23 статьи Налогового кодекса исполнять свою законоустановленную обязанность платить налоги. А налоговые ставки, кем они устанавливаются? Налоговые ставки, они устанавливаются налоговым кодексом, федеральным законодательством. Если мы берем транспортный налог, то по транспортному налогу налоговые ставки установлены законом о Московской области. Если мы берем налог на имущество и земельный налог, то ставки устанавливаются органами местного самоуправления. Ставки, они могут быть дифференцированы органами местного самоуправления как в сторону уменьшения, три раза, так и в сторону увеличения в три раза. Они могут быть дифференцированы в зависимости от решения Совета депутатов. А у нас в районе, в Ленинском, какие? Если мы берем налог на имущество, то, как правило, это для квартир, комнат, гаражей это ставка 0,1, для домов это ставка 0,3. Есть ряд поселений в районе, которые не применили повышающий коэффициент, и у них для домов коэффициент 0,1. А земельный налог, ставка зависит в зависимости от вида разрешенного использования. Смотрите, какой вид разрешенного использования, такая ставка. Ввиду того, что в Ленинском районе 7 поселений, у нас 7 решений Совета депутатов, и там совершенно разные ставки в зависимости от категории вида разрешенного использования. Угу. Но прежде чем заплатить налог, налогоплательщик получает уведомление. Да. Вот. И расскажите о порядке, как происходит порядок получения уведомления налогоплательщику. Налогоплательщик может получить налоговое уведомление либо по почте, либо, если он подключен к личному кабинету, оно выгружается в личный кабинет налогоплательщика. С 2016 года действует такое положение, что если налогоплательщик владеет движимым и недвижимым имуществом, но ему налоговое уведомление не приходит,
то он обязан сам обратиться в инспекцию с сообщением о наличии объекта и приложить копию свидетельства о праве собственности на объект движимого или недвижимого имущества. Если это налогоплательщик делает, то он освобождается от штрафных санкций, предусмотренных налоговым кодексом. Если же налогоплательщик этого не делает, а нам потом эти сведения в рамках верификации баз данных поступают из органов Росреестра либо органов ГИБДД, то, соответственно, службы будут применяться штрафные санкции. Они составляют 20% от суммы налога. А есть какие-то, ну, какой-то период льготный, скажем так, когда человек, может быть, просто не знал этого закона? Конечно, он не освобождает от ответственности, но тем не менее. Этот период льготный, к сожалению, существовал до 2016 года, но в настоящее время он продлен до 31 декабря 2017 года. Пока что эти штрафные санкции не применяются, а в настоящее время только разработчиками программного продукта все это настраивается. И налогоплательщик, я хотела вот уточнить, что если он подает это сообщение, а у него объект, например, существовал там с 2014, с 2013 года, налоговая инспекция ему начисляет налог не как за 3 года, как это по 52 статье Налогового кодекса, а только за один налоговый период, только за один год. Угу. Это вот такой плюс как бы тем налогоплательщикам, которые сами побудились и сдали это сообщение о наличии объекта. Сейчас я хочу напомнить нашим зрителям, что по телефонам, которые вы видите на своих экранах, вы можете задать свои вопросы, касаемые налогов, чтобы узнать все из первых уст. А мы продолжаем. Если уведомление приходит на адрес налогоплательщика, но там информация содержится некорректная, допустим, о том объекте, которым он не владеет, или еще что-то, вот что тогда ему делать? Я бы хотела сказать, что налоговая инспекция не является первоисточником тех данных, используемых нами при начислении налога. Мы всего лишь пользователи этой информации. Эта информация нам выгружается из регистрирующих органов. И да, к сожалению, существуют огрехи взаимодействия. Если налогоплательщик получил налоговое уведомление, а объекта движимого или недвижимого имущества у него уже в собственности нету, то ему необходимо заполнить заявление и указать, что такой-то, такой-то объект мне не принадлежит на праве собственности с такого-то периода. Мы делаем запрос в органы Росреестра либо в органы ГИБДД, эти сведения нам выгружаются в электронном виде, и мы делаем уже перерасчет налогоплательщику именно за тот период, когда у него этот объект движимого или недвижимого имущества был в собственности. А что касается этого заявления, существует какая-то определенная форма? Она прикладывается, да, к налоговому уведомлению, там отрывной корешок есть. То есть на всякий случай уже все есть? Все уже предусмотрено, да, но есть на тот случай, если налогоплательщик вдруг потерял этот корешок, он может в свободной форме написать это заявление. Угу. Установленной формы нету. Может в инспекцию прийти и написать это заявление. Но он не может как-то по электронной почте? По электронной почте он может отправить, если он подключен к личному кабинету, может через сайт госуслуги отправить. Угу. Ясно. А если, допустим, уведомление пришло, но налогоплательщик сомневается в том, что оно подлинное, что оно пришло именно от налоговой, вот как быть тогда? Тогда ему придется прийти в налоговую инспекцию и там удостовериться. То есть, ну, существует же какая-то определенная форма налогового уведомления, я имею в виду, что какая-то там печать или как оно оформлено должно быть? На налоговом уведомлении печати нету, а там есть телефон горячей линии. Он может позвонить по телефону горячей линии и удостовериться, на самом ли деле ему были произведены начисления именно тем налоговым органом, который указан в налоговом уведомлении. Вы сказали о штрафе, если налогоплательщик не информирует налоговые органы о своих объектах недвижимости и там других. А существуют ли какие-то другие санкции по отношению к нему, более жесткие, вплоть, я не знаю, там, до уголовной ответственности? Существуют санкции для тех плательщиков, которым были произведены начисления налогов, да, они не оплатили. Существует такая санкция, которая называется пени. В рамках 69 статьи Налогового кодекса за каждый день просрочки выставляется пени.
После того, как требование также не исполняется, налоговой службой формируются документы на выдачу судебного приказа. И после того, как судебный приказ уже службы получается, он направляется в службу судебных приставов. Если там сумма составляет более 10 тысяч рублей, то налоговая инспекция ходатайствует перед службой судебных приставов о наложении запрета выезда из Российской Федерации. В настоящий момент, наверное, это самая действенная мера для побуждения налогоплательщиков платить налоги. Если такая мера принята и наложен, значит, как правильно сказать, арест? Запрет выезда из Российской Федерации, либо накладывается судебными приставами арест на имущество. Вот, и, допустим, человек все-таки решил выехать за границу, его могут прямо в аэропорту где-то там на границе сказать: стоп, ты дальше не едешь? Да. Он дальше и не вылетит, если у него запрет выезда из Российской Федерации, то таможенными органами будет ему об этом уведомлено, и он не сможет вылететь из территории Российской Федерации, пока не погасит задолженность. Ну а какие дальнейшие действия? Его отпускают или его куда-то? Нет, его отпускают, конечно, он идет в службу судебных приставов, либо в налоговую инспекцию. У него есть два пути: либо пойти в службу судебных приставов и там заплатить, либо прийти в налоговую инспекцию и там. У нас есть свое взаимодействие. Если он оплатит нам, то мы, соответственно, направляем документы службы судебных приставов и оканчиваем судебное исполнительное производство. А если объект налогообложения, в данном случае квартира, допустим, принадлежит сразу нескольким лицам в равных долях, что в таком случае им делать, как они будут платить налоги? Они будут платить налоги в зависимости от той доли, в которой у них указано в праве собственности. Если, например, три собственника по 1/3, то в налоговом уведомлении есть графа «доля в праве», там будет стоять 1/3, и, соответственно, в этой пропорции будет исчислен налог. А если среди вот этих собственников есть пенсионеры или какие-то другие льготные категории граждан, и вообще какие существуют льготы для налогоплательщиков? Если среди этих людей существует пенсионер или другая категория льготных граждан, то, соответственно, налог начисляться не будет, будет применена льгота. А в настоящее время перечень льгот, он очень широкий. По налогу на имущество у нас пенсионеры остались в льготниках, только немножко изменилась льгота. Если раньше на все объекты было недвижимого имущества, то в настоящее время только на одну квартиру, на один дом, на один гараж. Если у налогоплательщика, у пенсионера две квартиры, то он имеет право сам выбрать, какая квартира льготируется, какая нет. Потому что между Москвой и Московской областью два разных субъекта Российской Федерации. И он в одном из этих субъектов заявляет льготу, а в другом субъекте уже платит налоги. По земельному налогу также перечень льгот очень большой, но рядом поселений, вот буквально в конце 2016 года, это сельское поселение Развилковское и сельское поселение совхоз имени Ленина, была введена льгота пенсионерам с 1.1.2015 года. Она улучшила состояние налогоплательщиков, несмотря на то, что она была принята в 2016 году, она распространяется на 1.1.2015 года. Поэтому, если нас сейчас кто-то смотрит, а у них есть объект недвижимого имущества, земельный участок, который расположен в сельском поселении Развилковское, либо совхоз имени Ленина, то такую льготу надо обязательно заявить в налоговую инспекцию, чтобы мы сделали перерасчет и в дальнейшем не начисляли налог. А кроме пенсионеров, кто еще входит в этот перечень? Инвалиды третьей группы, инвалиды первой-второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, малоимущие тоже входят, многодетные семьи. Ну, перечень очень большой. Он, органы местного самоуправления, они же имеют право расширять этот перечень. И в Ленинском районе существует максимальное количество льгот, которые применяются. Я думаю, что там еще даже у каждой отдельной группы есть еще большое количество нюансов. И где налогоплательщики могут найти этот перечень, допустим, на сайте, может быть? В каждом поселении есть свой сайт.
Есть там вкладка «Нормативные документы», там все решения Совета депутатов вывешены. Также в налоговой инспекции есть стенд, где все эти решения есть, можно ознакомиться. И на сайте налог.ру есть вкладка «Имущественные налоги», «Физические лица», и там также все эти решения вывешены, их, с ними можно ознакомиться, они в общем доступе находятся. К нам начали поступать вопросы от телезрителей. И Сергей задает вопрос. Всех пугают новые ставки на недвижимость. Что нас ожидает? Да. Ну, мы налог на имущество уже начисляли с 1 января 2015 года по этим новым ставкам. Угу. Ничего такого страшного не произошло. Наоборот, налог на имущество он уменьшился. Да. Если мы раньше платили от инвентаризационной стоимости, то с 1 января 2015 года мы перешли на кадастровую стоимость. И ввиду того, что ставки стали намного ниже, чем были от инвентаризационной стоимости, почти по всем налогоплательщикам, если мы говорим про квартиры, то налог он уменьшился от 2 до 3 раз. А в этом году он будет приблизительно на том же уровне, хотя ставка повысилась, но налоговая, но кадастровая стоимость по ряду объектов была пересмотрена в меньшую сторону. Вот на этом вопросе я хотела бы отдельно остановиться, угу. Потому что налогоплательщики, многие, не зная нюансов, обращаются в налоговую инспекцию. Они получают от нас налоговое уведомление и смотрят на стоимость, которая, как они считают, она их смущает. Да? Они на сайт Росреестра обращаются, там есть онлайн-сервис, где можно онлайн увидеть кадастровую стоимость. Они заходят и видят, а стоимость у меня оказывается ниже, чем мне налоговая инспекция начислила. Правильно, она может быть ниже, но эта стоимость ниже уже на последующие периоды, то есть на периоды, которые после 1 января 2016 года. Чтобы обязательно, там есть вкладка, которая называется «Дата утверждения кадастровой стоимости», вот чтобы налогоплательщики на это обращали внимание, потому что в 2016 году, когда мы отрабатывали заявление, у нас было огромное количество заявлений, что люди прикладывали распечатку с интернет-сервиса о том, что там стоимость завышена. На самом деле она не завышена, а эта стоимость будет применяться только с 1.1.16, вот с сегодняшнего периода. Мы сейчас будем начислять как раз налоги за 2016 год. И как раз, собственно, следом вопрос. А отчетный период, что это такое? То есть это календарный год прошедший, и потом в течение вот нынешнего года, который сейчас идет, 2017, до какого числа могут заплатить налоги граждане? Да, налоговый период составляет календарный год, срок уплаты един по всей Российской Федерации, составляет 1 декабря 2017 года. Сейчас мы налоги будем начислять за 2016 год и делать перерасчеты за 2015 и 2014 год. Налоговые уведомления люди уже, налогоплательщики, будут получать где-то в июле уже месяце. В этом году служба решила, так сказать, обрадовать налогоплательщиков, чтобы заблаговременно люди понимали, какое бремя несения налоговых обязательств они должны будут заплатить в бюджет. Поэтому где-то в июле месяце они уже получат налоговуведомление. Кстати, все деньги, которые поступают, вот, они поступают в бюджет Ленинского района или в бюджет Московской области? Как происходит? Земельный налог и налог на имущество, он полностью 100% поступает в бюджет поселений. Угу. А транспортный налог, он поступает в бюджет Московской области. Угу. Ясно. Обязан ли гражданин платить имущественный налог на объект налогообложения, если он находится зарегистрирован, точнее, на другой территории где-то? Обязан платить, если он зарегистрирован на территории Российской Федерации, независимо от того, Ленинский это район, либо Московская область и другой субъект Российской Федерации. Единственный нюанс, если налогоплательщик раньше имел объекты в Ленинском районе, проживал, да, имел здесь объекты, потом у него были объекты в Москве, в Краснодаре, в Питере, он получал там 4-5 налоговых уведомлений от каждой инспекции, то теперь по-другому происходит. Теперь одна инспекция по месту жительства выгружает налоговые уведомления ему. Если плательщик наш, а у него объекты находятся на территории Российской Федерации, то он от нас получит налоговое уведомление с теми объектами, которые расположены по всей территории Российской Федерации. Это очень удобно. А если условный такой пример, человек работает в Петербурге, временно там не зарегистрирован, ну, находится там определенное время, допустим, полгода,
Вот. А все налоги, которые здесь, из Ленинского района, они ему туда не приходят, получается? Они приходят на адрес, который здесь? На адрес, который он зарегистрирован, да. Поэтому мы говорим о том, что налогоплательщикам, которые не проживают по адресу особенно, необходимо подключаться к личному кабинету, потому что можно находиться в любой точке Российской Федерации, за границей, и видеть свой личный кабинет, видеть свои, все свои объекты движимого и недвижимого имущества и контролировать свое состояние расчета с бюджетом. Ну и потом, это же, собственно, в его интересах. А тогда расскажите, как подключиться к личному кабинету и что это вообще из себя представляет, личный кабинет? Как подключиться? Подключиться можно в любой инспекции по всей территории Российской Федерации, только нужно прийти с паспортом и ИНН. Личный кабинет собой представляет объекты движимого и недвижимого имущества, которые принадлежат налогоплательщику. В личном кабинете присутствует начисление по налогам, уплата, которая произведена. Налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, может оплатить эти налоги. И также через личный кабинет налогоплательщика налогоплательщик может подать декларацию по форме 3 НДФЛ. И обратиться в налоговую инспекцию 24 часа в сутки, да, потому что мы работаем определенное количество времени, а личный кабинет он функционирует 24 часа. И насколько я знаю, там, когда подключаешься в личный кабинет, там есть выбор, собственно, всех налоговых. Всех налоговых, да. И можно в любую инспекцию, где у налогоплательщика есть объекты движимого и недвижимого имущества, обратиться. А когда появился вообще личный кабинет? В каком году? Он появился года 3-4 назад. И то есть сейчас идет, естественно, тенденция такая, то, что все переводится в электронный документооборот. И вот вы лично считаете, улучшилась работа, сам процесс, произошла какая-то оптимизация рабочего времени, процесса? Времени, безусловно, произошла, потому что я сама пользуюсь личным кабинетом налогоплательщика и знаю его как плюсы, может быть, как бы да, безусловно, в каждом новом программном продукте есть свои минусы, и мы не отрицаем этого, но плюсов намного больше, и именно плюс стоит в том, что не надо посещать налоговую инспекцию, не надо ехать, а можно обратиться электронно, если мы отрабатываем заявление, которое к нам поступает на бумаге в 30-дневный срок, то личный кабинет мы отрабатываем в 20-дневный срок. Срок меньше становится. Также к личному кабинету можно приложить все документы. Да, заявить льготу можно через личный кабинет. Да, написать заявление на льготу и приложить, соответственно, документ, подтверждающий эту льготу. Можно вернуть налоги, написать заявление на возврат налога. Это очень удобный сервис. Просто не все еще его, так сказать, распробовали. Это время должно пройти. Кстати, насчет возврата. Если налогоплательщик ошибочно переплатил, бывает такое, то он может вернуть свои деньги? И какова вообще процедура возврата? Да, ошибочно переплатил. Потом бывает вот такое, как у нас произошло в поселениях, да, что ввели льготу уже за сроки моей уплаты. Очень много налогоплательщиков уже заплатили. А в этот период была введена льгота. Налогоплательщик пишет заявление согласно пункту 6 статьи 78 и прикладывает реквизиты, куда перечислит эти денежные средства. И на эту карточку, соответственно, налогоинспекция в течение месяца переводит эти деньги. Очередной вопрос от зрителей. Правда ли, что подоходный налог мы платим по месту работы, а не по месту жительства? Михаил. Подоходный налог, если вы являетесь работником, удерживает у вас налоговый агент по месту работы, да. Если говорить, опять же, про интернет, личный кабинет мы уже обсудили. Какие еще существуют дополнительные сервисы или мобильные приложения налоговые, которые способны улучшить Узнай свою работу? Задолженность, есть сервис госуслуги, через госуслуги можно, сервис есть, который позволяет налогоплательщикам получать ИНН, подавать заявку, сервис, который можно подключаться индивидуальным предпринимателям, потому что сейчас сфера бизнеса именно индивидуальных предприятий, самозанятых людей, будем говорить так, она намного расширилась. И для этой категории был также создан личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя. Вообще в службе существует более 40 сервисов, но в основном они касаются, конечно, юридических лиц. Там добросовестности контрагента, проверь контрагента, взаимодействие, узнай о жалобе, либо обратиться с жалобой.
огромное количество сервисов, они обозначены на сайте налог.ру, они общего доступа и они очень удобные. А что касается личного кабинета индивидуального предпринимателя, чем он отличается от личного кабинета налогоплательщика, потому что я думаю, что сейчас нас предприниматели тоже смотрят. Угу. Он отличается тем, что у индивидуальных предпринимателей существует своя отчетность, существует свое состояние расчета с бюджетом. К сожалению, очень много индивидуальных предпринимателей, сдавая отчетность и оплачивая налоги, не контролируют свое состояние расчета с бюджетом. А, как правило, индивидуальные предприниматели сами заполняют эти отчеты и сами заполняют платежные документы. И очень часто ошибаются. Они думают, что все нормально, платежи дошли, я же заплатил. А они могут ошибиться в одной цифре, и этот платеж попадет на невыясненное. Поэтому, подключаясь к этому сервису, он видит свое состояние расчетов и его контролирует. Если он сдал отчетность и заплатил налог, прошло там 5 дней, а у него задолженность так и висит, значит, это ему повод задуматься, либо написать заявление в инспекцию приложить, либо просто обратиться в инспекцию и уточнить, а что случилось с моим платежом, дошел ли он до вас, либо он попал на невыясненное. Это очень удобно, да. А что касается налогов для индивидуальных предпринимателей, какие там ставки? Для индивидуальных предпринимателей на самом деле очень много льготных режимов налогообложения. Самый льготный режим – это, конечно, патентная система налогообложения. Это очень сильная помощь для налогоплательщиков, особенно те, которые стартуют и только начинают свой бизнес. То, конечно, патентная система, есть даже налоговые каникулы для определенной категории налогоплательщиков, определенных видов деятельности, они 2 года, если вы заявляете, являетесь предпринимателем, который только первый раз зарегистрировал ИП и заявляете эти виды деятельности, то вы 2 года не платите налог, а платите только взносы в пенсионный фонд. Ясно. У нас снова вопрос от зрителей. Как вы относитесь к прогрессивной ставке налога, Виктор? Вы знаете, в настоящее время мы являемся госслужащими, и мы не комментируем законопроекты, которые рассматриваются в Государственной Думе. Когда он уже будет принят, тогда мы как орган исполнительной власти будем его соблюдать и исполнять. А расскажите тогда, что такое налоговый вычет? Это вещь, которая интересует очень многих, насколько я знаю. Да. И каковы условия его получения? Налоговый вычет. Есть 3 вида вычета. Это социальные, имущественные и стандартные налоговые вычеты. Но в большинстве своих случаев налогоплательщики пользуются имущественными налоговыми вычетами. Это от покупки недвижимого имущества, да, квартир и домов. Каковы условия получения? Это обязательно налогоплательщик должен работать. Потому что многие налогоплательщики думают, если они приобрели объект недвижимого имущества, они приходят в налоговую инспекцию, и налоговая инспекция им возвращает, если там 2 миллиона и выше стоимость, 260 тысяч рублей. К сожалению, я хочу огорчить налогоплательщиков. Нет, мы возвращаем ровно то, что поступило в бюджет. Если этот налогоплательщик работает, и налоговый агент у него удерживает заработную плату 13%, ровно эта сумма будет возвращена налогоплательщику. Плюс есть налог возвращается за 3 предшествующих периода. Если мы берем пенсионеров, то для них льгота, для них 4 предшествующих периода. На самом деле сейчас налоговые вычеты пользуются большим спросом. Все налогоплательщики заявляют эти вычеты. Я хочу напомнить просто про сроки, да, потому что многие не успеют сдать декларацию, уже беспокоятся, уже звонят и говорят, а когда вы мне вернете деньги? Значит, срок проведения камеральной проверки, согласно пункту 3 статьи 88, это 3 месяца, и потом срок на возврат, согласно статье 78, это месяц. Вот, когда 4 месяца прошло, а денег нету, вот тогда надо беспокоиться. А до 4 месяцев беспокоиться не о чем. Тем более, я хочу сказать, согласно тенденции, количество у нас каждый год придет прирост от 30 до 50% по количеству налогоплательщиков, которые заявляют такие вычеты. А эти вычеты, вот они, вы сказали, 4 месяца проходят, и потом человек получает деньги свои, возвращает сумму. Понятное дело, что она индивидуальная для каждого, но это единовременно вот большая сумма денег,
те же там 260 тысяч даже в лучшем случае. А либо это каждый месяц просто будет из зарплаты не вычитаться 13%. А это налогоплательщик сам выбирает. Он либо в начале календарного года приходит и подает заявление о получении имущественного вычета и представляет его работодателю, а работодатель тогда не удерживает у него 13%. Либо по прошествии налогового периода он подает декларацию с пакетом документов и налоговая инспекция ему возвращает. Но сумма возврата, конечно, зависит от уровня заработной платы. Чем уровень заработной платы выше, тем, соответственно, больше вычет налогоплательщик получит. Угу. У нас налогоплательщики все помнят о том, что есть налоговые вычеты, но все забывают о том, что необходимо сдавать декларации 3 НДФЛ, если вы продаете какие-то объекты движимого и недвижимого имущества. Вот все к нам приходят с декларациями на вычет, а налоговой службе составляет огромных трудов получить декларации к уплате, потому что у нас огромное количество налогоплательщиков, которые продают свои объекты движимого и недвижимого имущества, которые у них находятся в собственности менее 3 лет, а с 2016 года теперь этот срок увеличился, он 5 лет составляет. А вот в настоящий момент мы уже повторно рассылаем налогоплательщикам, потому что срок представления декларации истек. А налогоплательщикам, тем, которым мы сами направили уведомление, что вам необходимо отчитаться, к сожалению, из всего количества только порядка 25% налогоплательщиков представили такие декларации. Поэтому мы сейчас повторно подготовили налоговое уведомление и напоминаем налогоплательщикам, что им необходимо все-таки сдать налоговую декларацию, потому что после этого налогового уведомления, которые мы сейчас отправили, мы уже будем передавать материалы в правоохранительные органы для принудительной работы с этими налогоплательщиками. Угу. А вот вы сказали про налоговый вычет на имущество, там, квартиру, да, там, недвижимость. Какие документы для этого нужно сдать? Какие документы? Да, чтобы получить. Договор купли-продажи, либо договор долевого участия, акт приема-передачи, если есть свидетельство о праве собственности, если люди состоят в браке, и каждый заявляет свою долю, значит, соответственно, свидетельство о браке и заявление о распределении этих долей, потому что супруги могут распределить по-разному доли, справка 2 НДФЛ обязательно, и платежные документы, подтверждающие оплату за то, что оплата произведена за объект. А вот у нас тут телезритель Алексей задает вопрос, может быть, позже подключился уже. Как оформить личный кабинет? Оформить личный кабинет можно в любой налоговой инспекции, вот в любой. Необходимо только паспорт и знать свой ИНН, бланк ИНН. ИНН, на всякий случай скажем, что это такое и как его получить? Потому что тоже я знаю, идентификационный номер налогоплательщика, его можно получить в налоговой инспекции по месту жительства, можно прийти, заполнить заявление в соответствующей форме и по истечении 5 дней получить идентификационный номер налогоплательщика ИНН. В связи с тем, что наш район растет не по дням, а по часам, усложнилась ли работа налоговой службы? Да, к сожалению, к радости, что район растет, но, к сожалению, за 3 года мы проводили аналитику, у нас количество объектов недвижимого имущества возросло в 5 раз. Вот, соответственно, нагрузка увеличилась. Штата, конечно, штат не увеличился, но мы работаем, мы стараемся, у нас улучшилось взаимодействие с органами Росреестра, и мы стараемся работать. Более работаем вот, для налогоплательщиков, чтобы для понимания налогоплательщиков, что мы работаем не до 6, мы вторник, четверг работаем до 18 часов, мы вторую и четвертую субботу работаем с 10 до 3, потому что налоговая служба, она открыта для налогоплательщиков, особенно сейчас, льготный такой свободный период, когда еще нету начислений, когда уже срок представления декларации закончился, практически народа нету в инспекции, поэтому приходите, выясняйте и подавайте, во-первых, и декларации по форме 3 НДФЛ, и по поводу имущественных налогов, уточняйте вашу задолженность. Вот, кстати, еще по поводу вычета, там же надо декларацию 3 НДФЛ подавать, ее можно через личный кабинет? Да. Да, можно подать через личный кабинет и приложить туда, прикрепить в электронном виде все документы.
И вот насколько я знаю, в течение, ну, то есть за первый период можно вернуть вот этот налоговый вычет, а потом, если еще какая-то сумма из этих 260 тысяч осталась, на следующий На год следующий обязательно ли год. снова идти в налоговую, или также можно просто все данные, уже не собирая всех этих документов, передать через Да, личный кабинет? надо только заполнить декларацию, данные можно не предоставлять, потому что они уже в базе данных есть. Есть положение налогового кодекса, что если налогоплательщик единожды представил эти документы, то им второй раз нет необходимости представлять. А многие жалуются, что очень сложно заполнять все вот это вот через личный кабинет, все эти декларации. Есть ли в налоговой специальный человек, который поможет это сделать? А в налоговой инспекции есть не только человек, есть компьютер, есть выход в интернет. Но, к сожалению, у нас многие налогоплательщики, потому что в самый период и пик рассылки налоговых уведомлений, я сама бываю очень часто в оперзале и помогаю налогоплательщикам, рассказываю. Многие налогоплательщики даже невнимательно просто читают то, что у них указано. На самом деле заполнять декларацию несложно. Там несколько всего лишь основных цифр, и те цифры, которые указаны в справке 2 НДФЛ. Да? Единожды стоит заполнить, и дальше уже проще. У нас есть администратор Светлана Валентиновна. Мы всем налогоплательщикам помогаем. Я опять же говорю, у нас есть компьютер, доступ, принтер, поэтому приходите. Да и в конце концов, просто если там на Яндексе вбить образец заполнения, там все это Да, будет. есть, есть. А вот вы сейчас сказали о том, что люди у вас там, сотрудники помогают. И вообще вот эта открытость налоговой службы к населению за последние годы, она очень видна. Вы проводите круглые столы, вы проводите дни открытых дверей, какие-то еще акции. Расскажите нам о них. Вот для чего они делаются? Для повышения грамотности налоговой населения. Грамотности, безусловно, для повышения грамотности, для повышения доступности. Летом у нас проходят акции, у нас это называется акции с садоводами. Это тогда, когда формируются налоговые уведомления, а у нас есть труднодоступные места, которые плохо обслуживаются почтой. Мы с органами местного самоуправления, у нас налажено взаимодействие. Мы организовываем по выходным такую акцию, мы выезжаем в садовое товарищество и вручаем налоговые уведомления. Потом у нас существуют мобильные офисы в разных населенных пунктах. Вот буквально недавно у нас была акция и в крупных предприятиях, такие как «Гипсобетон», «Москокс», совхоз имени Ленина, и также в торговых центрах «Конструктор» и в торговом центре «Каширский двор 3». Как бы мы туда выезжаем, мы разъясняем и вручаем налоговые уведомления, и таким образом контактируем и вообще слышим, какие проблемы есть у налогоплательщиков, да, потому что только взаимодействие и личный контакт дает какой-то результат. Ну, тем более, что зачастую бывает, что люди, опять же, из-за своей, вот, назовем это неграмотностью, да, налоговой, они как-то агрессивно могут воспринимать некоторые вещи, которые вы говорите, просто из-за того, что они не знают, что, опять же, какие-то там деньги можно вернуть, там какие-то вот Какие-то эти деньги тонкости. можно вернуть? Да, у нас была огромная проблема в 2016 году. Мы перешли на новый программный продукт, и определенный период времени у нас не было налажено взаимодействие с органами Росреестров. И налогоплательщики подавали заявления, которые фактически мы направляли запросы, но данные не получали. И, конечно, мы вызвали на себя огромный негатив. Но я хочу сказать сейчас, что это негатив не нежелание налоговой службы работать, а мы сами были поставлены в такие условия, что мы направляем запросы, а они из-за того, что огрехи есть взаимодействия, именно электронного взаимодействия, они не обрабатывались. В настоящее время, слава богу, я могу это официально заявить, что это все налажено, что эти заявления, которые поступили еще там в 2016 году и не были отработаны, они отрабатываются, мы получаем данные, делаем людям перерасчет, там, соответственно, уже новый срок уплаты, пени стагнируются, потому что они были неправомерны, и высылаются в адрес налогоплательщиков. Я со своей стороны, конечно, приношу таким налогоплательщикам извинения. Перейдем к такой печальной теме. Печальная Что такое банкротство физических лиц и как физическое лицо может тема. признаться банкротом? Банкротство физических лиц, да, было введено совершенно недавно, с 1 октября 2016 года.
все вот только в этапе становления находится. Если у налогоплательщика есть задолженность, она составляет более 100 тысяч рублей, то налоговая инспекция при совершении определенных манипуляций имеет право подать на банкротство. Сам физическое лицо тоже может подать, ну, как бы, и либо кто-то из кредиторов могут подать. Но в основном инициирует, как правило, налоговая инспекция. Но для того, чтобы инициировать, должен пройти огромный период, нужно собрать огромный пакет документов. Прежде всего, от службы судебных приставов нам нужен акт о невозможности взыскания. Это документ, говорящий о том, что у налогоплательщика нет объектов движимого и недвижимого имущества, которые бы позволили бюджету получить эти деньги, получить эту задолженность и погасить ее. И если у нас есть этот документ, мы формируем пакет документов, согласовываем его с управлением и направляем в суд для признания должника банкротом. Это длительная процедура. Это процедура не месяц, не два. Угу. От 6 месяцев и выше. А какая польза от этого просто налогоплательщику? Списание задолженности. Просто некоторым кажется, что это так замечательно, так просто. Вот я денег должен, раз меня признают банкротом, и все. Ну, я больше там ничего. Существует такой момент, что если это будет преднамеренное банкротство, то правоохранительными органами может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. А были уже такие случаи, когда люди производили какие-то махинации для этого? Физических лиц пока в настоящее время нет. Угу. А расскажите, мы уже много за сегодняшний эфир говорили о личном кабинете, о личном контакте при том, когда люди приходят в налоговую службу. Собственно, график работы вашей и где вас найти, если кто-то еще не знает, те же жители новых районов. Мы находимся по адресу улица Заводская, дом 22А. Работаем мы понедельник, среда с 9 до 18.00, вторник, четверг с 9 до 20.00, в пятницу с 9 до 16.45 и вторая, четвертая суббота мы работаем с 10 до 15 часов. Но в субботу мы работаем с 10 до 15 часов только для физических лиц. Мы для юридических лиц в субботу не работаем. Для юридических лиц есть вот установленные рабочие дни. Поэтому физические лица могут обратиться в субботу с 10 до 3 в налоговую инспекцию. Наш эфир уже подходит к концу, и это, наверное, один из последних уже вопросов. Что делать, если приходит уведомление на уплату налога на транспортное средство, которое уже было продано? Да. Которое уже было продано или которое было в угоне, надо обязательно обратиться. Ни в коем случае не выбросить это налогоуведомление, сказать, у меня нет этого транспортного средства, я платить ничего не буду. Да? Обязательно обратиться, потому что пройдет год, и мы на следующий год опять начислим налог, и опять начислим. А если налогоплательщик обратится, мы сделаем в электронном виде запрос, получим эти данные, сделаем перерасчет и принесем этому налогоплательщику свои извинения. То есть у хозяина бывшего автомобиля не будет такого, что вместе с автомобилем ушел и налог. Он все равно будет на нем висеть. Да. Если он не заявит об этом, то он будет висеть. Угу. И, наконец, в заключение нашего эфира у вас есть возможность обратиться еще раз к нашим зрителям со своей речью о том, насколько важно все-таки платить налоги. Важно платить налоги гражданам Российской Федерации и потому, что на налоги существует все. Многие существуют школы, существуют детские сады, существуют дороги. Если мы каждый будем исполнять свои обязанности, которые предусмотрены налоговым кодексом, тогда мы имеем право требовать вот этого всего. Поэтому мы побуждаем налогоплательщиков исполнять обязанности, предусмотренные налоговым кодексом. И, конечно же, быть во взаимодействии. Не игнорировать налоговую службу, а быть в взаимодействии. Мы такие же люди, как и те люди, которые налогоплательщики. Но вы уже заметили, да, за последние годы, что изменилось некоторое отношение жителей к налоговой службе? Я лично заметила, потому что я лично сама очень часто выезжаю в поселение и провожу там совещания. Да. Замечательно. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо, нашли, что пригласили. Нашли время и донесли полезную информацию для наших зрителей. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Увидимся на экранах Видное ТВ.